успешное собеседование на английском. Обширный бизнес-английский учебник для прохождения собеседования на английском языке. Судьба этого человека зависит от его словарного запаса и его грамматики. Вступление. Привет, меня зовут Дженнифер. Сегодня с моей коллегой мы будем твоими хозяинами этой электронной книжки насчет языка и умений проходить собеседование. Люди часто меня спрашивают, какой секрет пройти, как пройти успешно без интервью. Но вообще-то нету никаких секретов, есть общие соображения, которым мы можем следовать, чтобы увеличить наши шансы на максимальный успех. В дополнение я знаю самые базовые ошибки, которые вы самые базовые типы вопросов, которые вы встретите. И я знаю, как вам подготовиться к ним. Первая часть книжки представляет серия интервью. В этом эпизоде мы представим 8 тем. Это общие соображения, либо советы, которые мы будем исследовать в ходе наших последующих учебников. Дальше, в дополнительных эпизодах, мы углубим наши знания языка, разные форматы интервью и дополнительные вопросы. Диалог, который мы услышим в этом эпизоде, здесь все абсолютно неправильно. Большинство из нас, включая меня, имели интервью, которые не были проведены хорошо, как бы следовало. Но и никто из нас не был таким невезучим, как Александр Новак, которого мы будем слушать. Александр Новак – это иностранный студент в Лондоне, который только что закончил степень магистра философии. Теперь он ищет работу, чтобы выплатить свой студенческий долг. А мой совет отеческий – не залазьте в кредиты ради образования. То, что вам надо узнать, вы можете узнать сами. А этот кредит не окупится. Если человек хочет узнать, то самообразование. А платить неизвестно за что. Вы же видели, сколько менеджеров, юристов. Какой он юрист, если он заплетается в словах с косноязычием? Далее. Кадровое агентство нашло интервью для него в качестве начальника младшего звена в магазине продажи электротоваров. Когда Алекс был ребенком, он был привычен помогать своему дяде, который управлял похожим магазином на родине Алекса, Республика Чехия. Майкл, менеджер этого магазина, проводит интервью с ним. Это достаточно длинный диалог, прослушаем его в частях. После каждой части мы будем разбирать ошибки, то есть производить разбор полетов. Во время этого урока мы будем главным образом сфокусированы на навыках вместо языка. Будьте уверены, чтобы записать в тетрадь вот эти удачные выражения, и рекомендуется переписать этот диалог. Начнем. Сперва мы слушаем первую часть, которая позволит определить главные ошибки Алекса. Майкл это... Так, Александр, присаживайтесь, как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну, по правде говоря, сегодня плохой день. Да, плохо это слышать. Ну, дождило, я не люблю дождливые дни. Ясно. Так, как насчет хорошего дня? Что вы делаете в свободное время? Я люблю читать и вот это «эр» это означает подвисание. Смотреть телевизор. Да, а какое ваше любимое ТВ-шоу? Мистер Бин, он такой прикольный. Особенно его прикол с индейкой на Рождество. Ну, вы же видели, он не напоминает многих людей, которых я встречаю здесь, на вашей работе. То есть он критикует работу прямо на собеседовании. Британцы такие прикольные люди, вы знаете, Майкл просто стесняется. Ну да, может быть, перейдем непосредственно к делу. Прямо с порогу Алекс начинает отвращать к себе внимание. Вопрос... Как вы себя чувствуете хорошо, это просто вежливое поздравление. А Алекс отвечает серьезно, как будто он говорит с хорошим другом. Он слишком неформальный, он, я скажу, фамильярный. Первое, что мы должны делать в этих сериях, это не расслабляться. Вы пришли не получить удовольствие, а получить работу. Значит, будьте всегда формальны, всегда бдительны, ближе даже к настороженному, потому что интервьюер хочет вас подловить. Он задает простые вопросы, чтобы вы словились. А в этом обсуждении хобби и его описании британских людей как прикольных, мистер Бин продолжает свою ошибку. Во-первых, он дискриминирует страну, в которой он, наверное, даже визу толком не получил. А, к сожалению, он продолжает говорить таким
прикалывающимся тоном с Майклом, его интервьюером, и после первого вопроса расскажите мне о вашем прошлом опыте. Александр, мой дядя владел государственным магазином электроники, а я ему много помогал. Я буду подходящим для этой текущей работы. А та работа была в Чешской Республике? Да, правда. Угу, звучит хорошо. Кроме того, тогда пользователь не был королем, вы понимаете? То есть он прямым оттенком говорит, что можно было хамить, забить на клиента и еще получать деньги. Майкл опешил. Но мы вообще-то всегда стараемся поставить клиента первым. Александр, ну я шутил, ну конечно, для меня клиент тоже важно. Юмор, это нормально. Но Алекс теряет важную возможность говорить серьезно о его прошлом опыте. Нужно поддерживать соответствующий уровень адекватности, чтобы показать, что вы являетесь профессионалом. У Алекса явно проблемы с этим вопросом. Какую следующую большую проблему делает Алекс на интервью? Ага, да, понятно, врубился. Got that, забудьте сразу. Итак, что ваше главное достижение? Я думаю, мое главное достижение в жизни – понять философскую работу Клима «Шедевр», «Мир как сознание» и «Ничто». Хорошо. В этой книжке он спорит, что все существует, только потому, что мы позволяем ему существовать. Ну, вы понимаете, он понимает, мы все боги, в общем, вы поняли. Потому что этот вопрос насчет прошлого опыта, вы должны ответить некоторые типы вопроса. Какое ваше величайшее достижение? Предоставьте реально действующий хороший пример. Отсюда вас следует главный скилл, ваш навык, за что вас надо держать на работе. Алекс, тем не менее, пропускает возможность дать детали о его сильных сторонах. Если бы это было представлено правильно, его академическая успешность в универе предоставила, что он взрослый, возможность внести проект в жизнь и довести до конца, и хорошие навыки общения. Алекс путает интервью на работу с философским беседой. Что случается дальше? Ага, да, понятно. Александр, а это действительно хорошая работа для вас? Вы согласны, что вы уверены, что вы ее можете вытянуть? Да вы что, прикалываетесь без проблем, прочитайте Клима, вот это тяжелая работа. В этом контексте самоуверенность Алекса заменена на фантазируемых показателях, а не то, что в реальном мире. Тем более по соотношению к этой работе. Снова, он проваливается сделать нажим на реальные навыки, которые он получил во время обучения в образовании, то есть умение общаться, управление проектами и так дальше. Отсюда следует, его тон слишком самоуверенный. А мораль отсюда следует такая. Не будьте до предела самоуверенными. Давайте глянем на еще больше проблем, с которыми он соприкасается. Второй типичный вопрос, это задается в форме «Какая ваша самая великая слабость?» и так далее. Важно быть подготовленным к этому. Что Алекс отвечает? Перевод с любого языка.